Знаете, чекнул я переписку. Я, короче, скажу вам, что я идиот. В общем, ну, чекнул я переписку, да? Уточнил. В общем, он мне сказал следующее, то что координаты, по которым я покатился, да, это он мне скидывал координаты деревни, которая была условно недалеко от данжа, в который он это направлялся, да? А направлялся он кривожопо, так что, ну вот. В общем, на самом деле его координаты по Z, они минусовые, причем жестко минусовые. То есть та же приключение продолжается. По воде. Классно. Классно, прекрасно. Классно, прекрасно. Чё, поход заканчивается, да? Да. О! А зачем я тогда две делал? Ну, он пригодится. Ну и пошли. Пешком чё. Выхода нету, я захотел найти этот данжен, но будем искать. Жертвы я взял много. Еще где укрыться у меня есть. Ну, будет точнее. Более броня у меня такая, более-менее можно жить, так что пошли. Кстати, вчера играл в лигу. Ну, вообще, это не то, что вчера, не только вчера, точнее. А вообще, да? Я заметил один веселый момент. Не только в лиге, но и вообще, да? Как вы знаете, я подсел на него на КС, вот сейчас снова от него... Как бы... Он сейчас остыл, да? К нему. Ну и в общем... Что я хочу сказать? Блин, я офигевал в войке, да? Против меня кидало, ну короче, ну таких... Средних игроков, да? Ну как бы... Против меня, такого вообще новичка, средних игроков, да? Блин, вообще меня радовало тем, что, ну, как бы, играем, да, как бы силы равны, и вот видно то, что это... Если постараться, то мы выиграем, да? А если не постараемся, то проиграем. Ну, где-то игр, наверное, 20-30 так сыграли, мне понравилось, я думал, вот, нормальная игрушка, все-таки... Я зря уж послал ее когда-то нафиг, потому что, ну, как бы тогда я думал, о боже, да там читаков зафигища. Ну, блин, 30 каток мне выдавали, если реально нормальный ребят, даже нет. Ну да, каток 30. И сильные, слабые, да, и те, которые играли неплохо, и те, которые плохо, и те, которые хорошо достаточно играли. Ну, играл я Синфик не один, потому что я один не люблю в такие игры играть, ну и в общем. Потом какие-то такие странные чувачки начали попадаться, да? Поначалу я подумал, что это смурфы. Потому что, ну, как-то они слишком жестко играли, да? Потом посмотрел, ну что-то мало похоже, да? Потому что, во-первых,
отличается поведение очень жестко, да? Тем более игрока, который играет, который играл на глобалах, на Суприме, на Клашах, да? Вот на таких. Их видно очень, так скажем, хорошо, да? Просто вот видно. Невооруженным глазом, да? Ты просто смотришь и сразу видно, да? А тут какие-то странные. То, что поначалу где-то раундов 7-8 они просто всасывали по-жесткому, да? Видно было, что играть люди не умеют вообще, да? Потом смотрю, как какая-то ересь началась, да? Чувак на Free Fire выходит, попадает в голову, да? Ладно, первые два раза это было как бы ладно, окей. Типа, ну, случайности бывают, да? Рандомы бывают. Но когда чувак вышел против пятерых и поставил 5 хедов, тут у меня уже вообще подозрения жесткие были, после чего я решил пересмотреть этот матч, да? После чего смотрю, блин, думаю, понятно. Читы. Ну что, кинули мы ему репорты, да? И вот фиг узнает. Фиг узнает. Навряд ли, что его забанили, потому что... Вот я знаю то, что читаков... читаков, да? Их там как-то банят очень странно. То есть... То есть, вот, например, кидаешь на чувака репорт, вот он реально с читами, вот ты понимаешь, что ты видишь, да? Он прям жестко палится. Ты на него кидаешь репорты, ВАК вообще ни разу не срабатывает на него, да? На другого чувака, который тоже явно с читами, да? Кидаешь, кидаешь, кидаешь. И только где-нибудь на раунде 10, когда 10 к 5, допустим, да? То есть 5 игр, 5 раундов вы выиграли, да? И 10 проиграли, потому что он подрубил читы, да? Ты такой сидишь, думаешь, как оно вообще работает, я не понимаю, да? Ты уже не знаешь, что делать, то ли материться, то ли проклинать весь мир, то ли еще что-то. После чего ты, короче, начинаешь потихонечку вдуплять. То, что как бы Valve античит, он работает очень-очень странно, очень-очень глупо. То, что одних игроков он банит сразу же, да, других он такое ощущение, что просто по головке якобы погладил, да. Или же отшлепал, и все, да? А не так подрезал на корню, да? Вот вы мне скажете, вот ты просто играть не умеешь, и все, да? Да я не отрицаю, что я играть в контроль не умею, да? Но когда, пардон, против тебя играет чувак, который на ходу ставит хеды, который... с калаша одним выстрелом тебе в голову стреляет и попадает на лангу, да? Опять же, на ходу. Ни совапы, ни со скорострелки, ни с мухи. Ни с чего, а именно с калаша на ходу тебе в бошку, да? Или с какой-нибудь USP, да? Или еще что-то наподобие. Знаете, это уже как бы... дает пищу для раздумий, да? Пищу для раздумий дает. Потому что... ну, здрасте, приехали. Ты как бы человек, который
ну, как не условно, но умеешь играть, да? Конечно, на ходу ты хэт не поставишь, да? И с фаз-зума кого-нибудь заберешь, да? Или там новую скоп ты из 60 не сделаешь. Ну, пардон, когда против тебя играет читер, ты это уже сразу поймешь. Потому что чувака, которого ты до этого с зажима убивал, да, а он даже ничего в ответ не делал, да? То есть там он никак не реагировал на это, да? То есть не успел, допустим, как-то повернуться, хотя по один патрон выстрелить, да? А ходил как вот реально какой-то... имбецил первый сильвер. Хотя, кстати говоря, с первого сильвера и до, по-моему, шестого апнулся, да? Потом, благодаря тому, что против меня читаки, блин, играли, меня понизили до пятого. Тем более, когда твой сокомандовец бомбит, да все, это еще веселее. Когда он тебя зовет в ММ, а тебе в ММ неохота, потому что не то, что там читаки, не то, что там ты играть не умеешь, да? А то, что тебе неохота слушать, как... он трехэтажным матом изъясняет свою мысль, да? Я понимаю, когда конструктивно бомбить. Объяснять, в чем проблема, а не так, что... без конструктивной критики и так далее, так далее, да? Ну, он понимает, что, блин, этот человек хочет апнуться до калашей, до глобу, до суприма, да? Но говорят, так заострять на этом внимание, это уже все понятно. И более, какой настрой всегда должен быть у человека, когда он играет ранговую, ММ и так далее, да? У него должно быть хорошее настроение, у него, да, должен быть настрой на победу, да, это все должно быть, но не до той степени, то, что ты сидишь, да, и вот думаешь, о-о-о, победа, ничего не победа. А если так думаешь, то это обозначает только одно. То, что... тебя не волнует вообще больше ничего, да? Вот ты думаешь о том, что только о том, что вот выиграть и все, а не то, что там повеселиться и так далее. Потому что игры, они изначально сделаны были для чего и вообще делаются? Для развлечения, да? То есть в играх чит-коды были для чего? Для развлечения, например... в первом Крайзисе, если ввести, по-моему, был чит-призрак, то все противники от тебя бежали и пугались тебя, да? Что очень веселило. Потом секретки в играх, да? То есть, например, секретный король уровень во второй Диабло, да? Перекочевавший в третий после чего? В третью Диабло, да? Это очень-очень доставило, да? Потом ивент, который вот, не знаю, он сейчас, он, по-моему, до сих пор идет, но скоро закончится. Это ивент падения Тристама, да? Короче, сделали первый Диабло в третий, да? То есть у тебя
персонаж третий Диабы, но ты бегаешь как бы по локациям первой Диабы, даже с фильтром, с пиксельным фильтром, да? То есть с фильтром первого Диабы, условно. Я когда вот зашел, поиграл, да, мне это очень доставило, потому что как бы в первую Диабу я не застал, потому что я в первую, во вторую Диабу не играл, хотя нет, во вторую Диабу я немного играл. И то где-то не очень протяженный промежуток времени, да? Но все-таки. То есть, что я хочу сказать. Игры, они должны приносить внутреннее удовлетворение, да? То есть, ты должен быть доволен, что ты вот в очередной раз прошел игру на какой-то там сложности и так далее, да? После чего был сделан первый Demon Souls, после чего Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne и третий Dark Souls. I Wanna Be The Guy, I Wanna Be The Bosch, потом Super Meat Boy, и так далее, да, список можно продолжать почти до бесконечности. И можно сказать много как и хорошего об этих играх, так и плохого об этих играх. Можно много чего сказать про ту или иную игру, хоть раз только запустив ее на своем железном крокодиле. На своем железном друге. Но когда игра уже доходит до такой степени, то что у тебя смысл игры не просто повеселиться с друзьями, поиграть, да, а смысл апнуть звание, которое в жизни тебе ничего не даст. Да, ну, конечно, если ты киберспортсмен, да, который должен поддерживать авторитет, то это одно. А когда ты просто чувак, который играет, да, и хочешь присесть, то это совсем другое. Мне больше понравилось, когда я разговаривал со своим дружбаном, Саньком, да, он мне сказал, как к нему подошла мамаша одного какого-то шпенделя, который заявил ей то, что хочет стать киберспортсменом, да? Я заржал как конь, потому что, ё-моё, я представил, как малолетнее чмо, которое... Ну, сейчас без обид, да? Потому что... Ну, тут уже реально... Я не хочу ничего обидеть, да? Но меня, кроме смеха, это ничего не вызывает. Малолетнее чмо, не побоюсь этого слова, которое в жизни максимум добилось того, что получило пятерку по какому-то предмету, да? Ну или отличник, да? Хотя навряд ли отличник пойдет в киберспортсмены, да? Потому что это глупо в том возрасте, в котором он собрался в киберспорт, да? Во-первых, это глупо, как по мне. Во-первых, то что если ты... Нет, ну... Ставить себе какие-то точки, да? Какие-то приоритеты, какие-то мечты. Это похвально. Я не против того, чтобы люди мечтали, против... чтобы люди стремились к чему-то. Но когда человеку лет
13-14 или меньше, да? И он говорит, короче, я хочу стать киберспортсменом, да, вот. Это звучит так, будто он хочет сказать то, что... Здрасте, я аутист, это не лечится, да? Я вот хочу туда, куда мне нахрен не надо, да? Как по мне, например, сначала ты должен как бы выучиться, чтобы у тебя была какая-то профессия, да? То есть у тебя старт был. То есть, если ты, допустим, прогоришь в одном месте, да, чтобы у тебя было что-то, куда ты можешь податься, да? То есть, не чисто, вот, хочу быть вот киберспортсменом, да, вот, и все, я буду вот к этому стремиться, и все, короче. Трава не расти, ничего не живи, короче, да? Все, тлен, все дерьмо, типа того. Это глупо. Это глупо.